В качестве примера приведу, когда сотрудник уголовного розыска обращался к моему коллеге, работнику следственного изолятора, мол, у меня украли магнитофон с машины, ты там у своих узнай. Я по наивности еще удивлялся, как у своих узнать, которые месяцами, а может быть годами уже содержатся в неволе, откуда они могут знать, что происходит на воле. И когда после обеда мы уже спрашивали с авторитетным преступником, общались, он сказал, где стояла машина. Это либо гастролеры, а за них отвечает такой-то, и назвал кличку. И если это не гастролеры, то тогда за это отвечает такой-то, назвал тоже кличку. И этого было достаточно для оперативника, у которого украли магнитофон. Поэтому очень даже структурировано.